Новый год действительно время, когда все-таки некоторые желающие хотят подвести итоги зачем-то. Предполагаю, что в 12 часов есть волшебные 12 часов. Везде 12 часов были 361 году. Нормальные. Это случилось волшебный. И хотят действительно подводить итоги. Я небольшой любитель этой практики. Я ее, ну, как бы не очень хорошо понимаю. В целом, мерить годами очень, на мой взгляд, ошибочно, потому что мерить надо определенными жизненными периодами. Если у вас есть возможность как-то себя похвалить за то, что вы сделали в прошлом году, это обязательно надо сделать. Вот. Потому что самое важное на праздниках чувствовать праздничное настроение, потому что потом будут рабочие дни, и будет меньше на это времени. А если у нас есть возможность чему-то порадоваться, почему бы не порадоваться? Если вы хотите себя за что-то похвалить, кого-то за что-то поблагодарить, кто для вас что-то сделал прикольное, хорошее в этом году, чем вам помог, обязательно это, ну, не обязательно, но это можно сделать, это прикольно.